Как вы относитесь, к новому румынскому кино, в частности, к картине «Безумное порно»? Ну, «Безумное порно» просто гениальный фильм, не потому что там речь идет об учительнице, чей порно-ролик оказался в сети, а это, ну, в общем, ситуация стартово близкая к «Слуге народа». Но вот, по крайней мере, вторая часть этого фильма, а именно «Словарь», мне представляется, ну, гениальный по формотворчеству. Это то, что всю жизнь пытался делать поздний, во всем случае, то в поздние свои годы пытался делать Соловьев. Ну, в «Черной розе», например. Вот такие прямые вкрапления литературы в картину, провоцирующие экранные надписи, абсолютно отвязанный гротеск, синтез жанров. Ну, такая, да, порой тотальная пародия на все. И нет, вот этот «Безумное порно» – это очень смешной фильм. Я всегда забываю, кто его снял, но он легко гуглится. Это великолепное. Это настолько смешное и милое кино, что просто не оторвешься.